Как правильно стрелять из лука, взять цель и что категорически нельзя делать? Ответы на эти вопросы получили участники встречи в рамках проекта «Химки. Интересно жить». Мастер международного класса по стрельбе из лука Аюр Санданов рассказал об элементах оружия. Он состоит из основных трех элементов. Состоит из рукоятки, вот этой, за которую держится лучник, плечей, на которых держится тетива, и сама эта вот тетива. То есть без этих трех составляющих лук не может стрелять. После мастер продемонстрировал свои умения и предложил попробовать участникам встречи. Мастер-классы в Химках проходят регулярно. Подробную информацию о дате и времени можно найти на страницах газеты «Химкинские новости». Также информация о будущих встречах есть в соцсетях по хэштегу «Химки интересно жить» и на специальном сайте eventadmhimki.ru.